Привет, друзья, с вами Женек. Ну, а сегодня немножко так покатаемся. Сейчас я еду на тренировочку, позанимаюсь, чуть-чуть бицепс качну. Многие спрашивают: Женек, когда видео по Вову? Чуваки, понимаете, сейчас жду ребят, которые докачиваются, 60 левел апают тут, ну, буквально, может, недельку, и начнется новый, как бы, сезон. Сезон новых приключений, как бы. Блин, что за говно тут? И что я хочу сказать? Ну, понимаете, сейчас и времени не особо много. 2 дня работаю я, считайте, все выкидывается. Потом тренировка идет. То есть это уже там сколько? Часа 2-3. Потом, ну, там отдых покушать. А Вове вот на 60-м, кто знает механику классики, что надо покуда найти пати, покуда собраться, покуда там, не знаю, что-то еще сделать. И очень уходит много времени. Я не укладываюсь. Но вот сейчас ребята докачаются, уже как бы будет костяк, уже никого искать не надо, как бы все, и начнется череда приключений. Но это, знаете, как вот новый сезон. Вот. В фильмах когда-нибудь выходят сериалы, там вот первый сезон, потом какой-то перерыв идет, второй сезон начинается. Ну так и тут. То же самое. Так что не волнуйтесь, все будет, ребята, все будет. Так, ну что, надо заводиться, надо поехать. Так, вон протеинчика взял, после треньки маханул. Кстати, это первый мой выезд, когда я уже самостоятельно еду. Потому что обычно я ехал, кто-то рядом сидел, кто уже имеет какой-то стаж, а вот сейчас в соло, так сказать, мой дебют. Ладно, будем прогревать машинку. Оп. Так, мы зончик пока отключим. Все, пускай немножко прогревается. Потихонечку. Все, выезжаем со двора и по-тихому едем. Показываем поворотики. Все, едем. Я Степа тут возьмусь. Оп. Это бомж выезжает. Ну вот, ребята, норм потренили, забил я свои рутцы. Сейчас поедем домой, погодка прекрасная, весна, солнышко. Кстати, вот много дней, вот где-то неделю, наверное, не было солнца, блин, сейчас вон хоть лучики засверкали. Настроение немножко поднялось. Сейчас будем домой добираться до Евгения и в путь поедем. We'll be right back.
Ну все, ребятушки, доехал я, все нормально. Блин, камера слетела, скотч плохо крепится, вот этой пластмассе все. Ну, такие дела. Ладно, все, до новых встреч.